Привет, друзья! Тут многие спрашивают, призрак Киева, что ли, погиб, не погиб? Сообщаю, жив-здоров, воюет. Значит, ситуация какая? Во-первых, на его счету уже 21 самолет. То есть он один перещелкал больше, чем ПВО Украины. Нет, сейчас уже, наверное, ПВО догоняют, потому что там уже счет российских сбитых самолетов идет на 40 с чем-то. Поэтому приблизительно одинаково. Так вот, этот человек, ну, он немножко так старшего возраста, значит, хлопнул, по-моему, на тот момент 18 самолетов. И в воздушном бою в районе Бородянки был сбит, действительно был сбит. Приземлился на парашюте, самолет, конечно, разбился. В тот же день ему выдали новый самолет, и он хлопнул еще 3 самолета. Короче говоря, ребята, сейчас у него уже, как это называется, очко уже, да? 21. 21 сбитый расист на счету и новый самолет. Так что все нормально, этот человек действительно существует, это действительно подполковник и действительно очень хорошо умеет считать, так сказать, российские самолеты. А те, что интересно, у него же старенький Су-27, а у тех там новые Су-35, Су-30, ну и где они все? Мордой в украинском черноземе.